Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Позвольте поздравить вас с праздником Сретения Господа нашего Иисуса Христа. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 22 по 40. По традиции, отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Вознесоста родителя отроча Иисуса во Иерусалим, поставить его пред Господем, яко же есть писано в законе Господни, яко всяк младенец мужеско полу, разверзая ложе сна, свято Господеви наречеться, и ежедати жертву пореченному в законе Господни, два горлищища или два птенца голубина, и себе человек во Иерусалиме, ему же имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, чая утехи Израилевы, и дух бессвят в нем, и бей ему обещанно Духом Святым, не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня, и прийди Духом в церковь, и когда ведоста родителя отроча Иисуса, сотворите имя по обычаю законному о нем, и той прием его на руку своею, и благослови Бога и рече, ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языком и славу людей твоих Израиля. Ибе Иосиф и мать его чудящийся о глаголем их о нем, и благослови я Симеон и рече к Марии матери его, се лежит сей на падение и на восстание многим во Израиле, и в знамение пререкаемо, и тебе же самую душу пройдет оружие, яко да открыется от многих сердец помышления, ибе Анна пророчица дщи Фануилева от колена Асирова, сия замотаревшего днех мнозех, живши с мужем 7 лет от детства своего, и та вдова, яко лет 84, я же не отхождаша от церкви, постом и молитвами служащий день и ночь. И та в той час приставши, исповедавшися Господеви, и глаголоша о нем, всем чающим избавления во Иерусалиме. И яко скончашася вся по закону Господню, возвратишася в Галилею, в ограду свой Назарет, отроча же растяша и крепляшася духом, исполняяся премудрости, и благодать Божия бе на нем. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных».
Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». В данном евангельском отрывке евангелист Лука описывает 2 древних обряда. Первый обряд – освящение первенца. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. В 13 главе, во 2 стихе книги Исход, мы читаем повеление Божие: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна, между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что мои они». Каждый перворожденный мужского пола, как среди детей, так и среди животных, был посвящен Богу. Этот закон указывал на милосердие Бога как источника жизни. В книге «Чисел», глава 18, стихи с 15 по 16, поясняется, что первенец из людей должен быть выкуплен. В законе установлено, что за сумму в 5 сикелей серебра, приблизительно 72 с небольшим грамма серебра, родители могли выкупить у Бога своего сына. Деньги эти уплачивались священникам, но не раньше, чем на 31 день после рождения. Второй обряд – обряд очищения, когда женщина приходила в храм, чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Женщина, родившая младенца мужского пола, считалась нечистой 7 дней и еще 33 дня не могла ходить в храм и участвовать в общественном богослужении. По истечении этого срока она должна была принести в храм агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя для жертвы за грех. Это была довольно дорогостоящая жертва. И поэтому в законе было записано, что если женщина не может купить агнца, то она может принести в жертву вместо него 2-го голубя. Принесение в жертву 2 голубиных птенцов вместо ягненка называлось жертвоприношением бедных. Именно такую жертву принесла Дева Мария. Задавались ли вы, дорогие братья и сестры, вопросом о времени принесения Господа в храм? Произошло это до или после поклонения волхвов? Александр Павлович Лопухин указывает, что, несомненно, до поклонения. За такое предположение говорят следующие соображения. Бегство святого семейства в Египет следовало непосредственно за поклонением волхвов, как это ясно видно из 13 и 14 стихов 2 главы Евангелия от Матфея. Отсюда можно заключить, что святое семейство никак не могло сходить в Иерусалим после прибытия волхвов. На это указывает и отсутствие денег для принесения в жертву положенного агнца. А как нам известно, после посещения волхвов у святого семейства были весьма богатые приношения.
Но на тот момент семья пребывала в бедности, что указывает нам на то, что Спаситель родился в обычной семье, в доме без роскоши, где нужно было считаться с каждой копейкой, где семья знала, как трудно зарабатывать на жизнь. Господь, дорогие братья и сестры, как никто знает трудности человеческой жизни. И когда мы испытываем нужду, Он готов прийти к нам навстречу. Главное – не терять надежду. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господь.